Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про самые странные запрещенные вещи во всем мире. Известные и популярные во всем мире шоколадное яйцо с игрушкой-сюрпризом внутри запрещено в США с 1938 года. По мнению американских властей, маленькие части игрушек являются смертельно опасными для детей. В Сингапуре запрещен импорт и продажа жевательной резинки, поэтому она недоступна жителям страны. Запрет существует с 1992 года. Самый популярный энергетический напиток в мире был запрещен во Франции до 2008 года из-за входящего в его состав таурина. Только вмешательство Европейской комиссии заставило убрать этот запрет. Как бы странно это ни звучало, но власти Китая запрещают реинкарнацию без согласия правительства. Только буддийские монахи имеют право обращаться за подобными разрешениями. Запрет был введен в 2007 году и действует до сих пор. Ношение желтой одежды было запрещено в Малайзии в 2011 году из-за того, что этот цвет ассоциируется с группой активистов, протестующих против политики правительства в отношении прав избирателей. Отсутствие топлива. В Германии у водителя не может закончиться бензин во время движения по автостраде. Во Франции с 2011 года во всех школьных и университетских столовых запрещено использование кетчупа. Он считается виновным в уничтожении традиционной французской кухни и содержит слишком много сахара. В 2011 году в Южной Корее был принят закон, запрещающий детям играть в онлайн-игры с полуночи до 6 часов утра. В 2013 году закон был смягчен, передав принятие решения в этом вопросе родителям. Запрет пения под фонограмму появился в 2005 году в Туркмении. Заодно и балет с оперой стали считаться в этой среднеазиатской стране чем-то совершенно ненужным. В одном из самых густонаселенных штатов Австралии, Виктория, запрещено менять перегоревшую лампочку любому человеку, не являющемуся профессиональным электриком. Мало кто знает, что в известной своей ночной жизнью Японии запрещено танцевать в клубах после полуночи. Из-за того, что в стране восходящего солнца пройдет Олимпиада 2020 года, сейчас рассматривается возможность отмены этого спорного запрета. В австралийском городе Мельбурн мужчинам запрещено наряжаться в дамские одежды. Это весьма старый закон, который, как ни странно, действует до сих пор. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск.